Всем привет! Вы на канале «Готовим дома». Сегодня приготовим домашнее печенье с творогом. Печенье получается очень вкусным и выглядит красиво и празднично. Самое интересное, что никто не догадается, с помощью чего сделано такое печенье. В миску кладем 250 грамм мягкого сливочного масла, 125 грамм сахара, щепотку соли и 75 грамм творога. Все взбиваем миксером примерно 2 минуты до однородности. Во взбитую масляную смесь добавляем 450 грамм муки. Сначала все вымешиваем лопаткой, а потом руками. Тесто получается мягким, однородным и пластичным. С ним очень легко работать. От готового теста отщипываем кусочки весом примерно по 20 грамм. Каждый кусочек скатываем в шарик. Если не хотите взвешивать, то ориентируйтесь по диаметру шарика. Он должен получиться диаметром 2,5-3 см. Из этой нормы теста у меня получилось 42 шарика. Шарик немного приплюскиваем и обваливаем одну сторону в сахаре. Гладкой стороной кладем на противень, застеленный пергаментной бумагой. Так обваливаем в сахаре все шарики из теста. А теперь секретный инструмент. Берем у детей пластиковое яйцо от киндер-сюрприза, моем его и разрезаем на две части. Большей частью от киндер-яйца делаем насечки по кругу на каждом печенье. В центре делаем углубление. Я его делаю стеком шариком, но можно взять другой подходящий подручный инструмент, но мне ничего не приходит в голову, кроме пальца. Если у вас есть идеи, то поделитесь в комментариях, что можно использовать вместо стека. Печенье ставим в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекаем 15 минут, затем увеличиваем температуру до 200 градусов и печем еще 5 минут. Пока печенье остывает, делаем начинку. 50 грамм белого шоколада топим в микроволновке импульсами по 10-15 секунд. Посуда обязательно должна быть чистой и сухой, иначе шоколад свернется. Разогретый шоколад размешиваем до однородности сухой ложкой. Подготовленный шоколад перекладываем в кондитерский мешок. В мешке отрезаем кончик. Растопленным шоколадом наполняем углубление в каждом печенье. Печенье с творогом получилось очень вкусным и ароматным. Оно мягкое и рассыпчатое внутри, с хрустящей сахарной корочкой сверху и серединкой из нежного белого шоколада. Кроме всего прочего, такое печенье имеет красивую оригинальную форму. Если вам понравился рецепт такого необычного печенья, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал «Готовим дома». Заходите на мою страничку в Instagram и принимайте участие в марафоне. Ссылка в описании под видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием!